Доброго дня, друзья! Сегодня я хотела бы с вами поделиться очень интересным рецептом свежевыжатого сока. Еда – это очень важная часть нашей жизни, и от того, какую еду мы принимаем, зависит наше здоровье, самочувствие и, самое главное, энергия. Сейчас очень актуальна жизненная сила, и живя особенно в мегаполисе, каждый человек думает о том, где взять ему дополнительную часть энергии для тех или других дел, для достижения своих целей. И как раз питание является одним из важных факторов. И я как раз купила новую соковыжималку и хочу вместе с вами ее попробовать. И сегодня мы будем делать необычный сок, который будет из шпината, белого винограда и мяты. Это не только дает жизненные силы, но и очищает ваш организм, наполняет его. Это прекрасно всем женщинам, которые хотят сохранить молодость. Это замечательно всем мужчинам, которые хотят иметь высокий потенциал. Всем приятного аппетита и высокой энергии, высокого поля и здорового и счастливого образа.